Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня мы проверим, что же купит ТикТак ровно на 100 голды. Да, ребята, это новая рубрика, поэтому если вы, ребята, наберете 10 тысяч лайков, то тогда я обязательно сниму продолжение. Ну что же, ТикТак, поздоровайся! Ребяточки, всем привет, и сегодня у нас будет мега закуп на 100 голды. Зачем же мы вообще это снимаем? ТикТак, расскажи. Ну просто Кент такой говорит: ТикТак, ТикТак, у меня нет видео, у меня нет идей, пропиарь меня, пожалуйста. Не, ну ладно, ребят, на самом деле мы снимаем это, чтобы почувствовать, каково это быть вами. Потому что у многих из вас максимум, что есть, это 100 голды. И прямо сегодня мы специально для вас соберем инвентарь на 100 голды. Ну что ж, ТикТак, полетели! Выбирай рынок. Давай, давай. И чтобы получить данный замечательный керамбит Dragon Glass, тебе надо, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс свой ID. И третье, самое важное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Всем желаю удачи. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И, конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%. Тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получайте еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Посмотрим, какие ножи нам хватит. Берем керамбит голдку. И их, к сожалению, не хватает. Ладно, хорошо. Ну что же, давайте так, начинаем, наверное, с пистолетиков, правильно? Потому что ты любишь пистолетики. Давай. Мой любимый пистолет — это Desert Eagle, да? Так, а ну посмотрим, какие же скины. Что же есть на Desert Eagle у нас? Ну, в принципе, знаешь, есть как бы бюджетный вариант, а есть как бы плюс-минус небюджетный. О, слушай, не, ну вот это, все киберспортсмены играют с таким Desert Eagle и Dragon Glass, поэтому мне он очень нравится, я считаю, надо брать. Мне кажется, что если брать Desert Eagle, то лучше всего брать этот Desert Eagle. Да, однозначно, ребят. Я думаю, многие подписчики нас поддержат в комментариях. Пою налево, я мог сэкономить 0.10. Ничего страшного. Также, ТикТак, нам нужен G22 однозначно, потому что это дефолтное оружие. Какой вариант тебе нравится? Показывай. У меня есть два варианта. У меня есть вариант либо Starfall'а взять, да, плюс-минус неплохой. Ну, так себе, так себе. Либо карбон еще. Вот карбон еще, наверное, даже получше. Да не, братан, ну выходи назад. Ну слушай. Ну, карбон мне нравится. Знаешь почему? Тут даже думать не надо. Вот пролистай вниз. Посмотри, карбон, он капец как сильно похож на Frozen. Пролистай в самый-самый низ. Карбон? Ну посмотри. Вот. White Carbon. White Carbon. Да, да. Я даже не замечал, что это White Carbon. Да. Блин, слушай, он золотой такой, реально. Да, и посмотри, он похож на Frozen за 2000 голды. Ну, да это же просто балдеж. Однозначно надо брать. Ну, нет, знаешь, я тебе скажу, он охрененный, но это оружие, с которым ты будешь играть не так уж и часто. Поэтому я все-таки возьму... Сэкономишь. Да, ну, давай, ладно. Лучше я под... Опа, купили. Оля, не сэкономил. Лучше я подэкономлю на пистолетах. Да, и вот еще юз повозьмем, подэкономим на этих пистолетах, но потом возьмем плюс-минус нормально. Давай. Кстати, я здесь советовал бы всем брать это вот этот юз, он просто охренеть. Ну слушай, какой такой золотой, да, реально дорогой. Я не понимаю, а почему он всего лишь анкомонка? Ну по факту, да, это же может быть аркана. Конечно, берем, однозначно. Он очень дешевый и реально будет кайфово играть. Дальше, что у нас есть? Я, допустим, играю с 5-7 очень часто на... А тык-9 что, брать не надо? Нет, тык-9 я вообще не использую. Вообще не использую. Ну давай. Что ж, 5-7, вот здесь уже начинаются большие сомнения. Я бы, конечно, хотел купить вином, но здесь... Братан, бери эпик, давай хотя бы один эпик будет, посмотри. 5 голды консасный. Блин, да. Ты что? Не, пушка. Надо брать, братан. Все, взяли. А ну давай на секундочку посмотрим. Смотрим наш инвентарь, что мы уже собрали. У нас уже есть вейс. Ну слушай, пока что мы какие-то бичи. Не, ну в принципе уже плюс-минус неплохо. Да. Ну это только, ребят, пистолеты. То есть пистолеты мы уже купили все, если я не ошибаюсь, правильно? Ну все из такие необходимые. Так, ну UMP Iron, я думаю, тут вне конкуренции. Там цвет моей кофты. Да, UMP Iron — это самое. Ты что? Не, ну посмотри, а честно говоря, чувак, ну лучше уже играть с дефолтным скином, чем с UMP Iron. Ну согласись. Да, что-то он вообще... Вообще ни о чем, да лучше с дефолтным скином играть. Знаешь, дефолтный он хотя бы... Чувак, это как с перчатками, помнишь, есть перчатки хуже, чем дефолтные руки. Это
таблетка их выпила и говорит: а какая разница, никто все равно не замечает то, что у меня перчатки. Вот ты сейчас удивишься, но на самом деле выбор между Пикселем и Церберусом. Да серьезно, чувак, да ты гонишь. Ну Пиксель, посмотри, какой он наляпистый, чувак. Ну это как детская неожиданность. Посмотри, какой он наляпистый. Он прикольный, знаешь, такой, он такой, знаешь, такой, какой-то такой. Чувак, он похож, знаешь, на греческий салат. Нет, смотри, сейчас Новый год, и под Новый год он реально идеально подходит. Ну не прямо знаю, не знаю, класс, не знаю. А Серберус, ну это чё, это классика. Серберус есть абсолютно у каждого киберспортсмена. Ну смотри, я скажу так, у меня бюджет плюс-минус как бы большой, да, 100 голды, поэтому давай. Мы возьмем как бы большую такую, да. Согласен, вот тут я тебя поддержу, вот на UMP экономить не надо, потому что на UMP ты будешь играть довольно-таки часто. Да, я тебе сразу говорю, это... Гуль, это сразу. Чувак, нет, да ты адекватно, 23 голды! Это гуль, нет, это не... Подожди, а ты подумай о АКР-спорте. Не хватит. Чувак, ну если ты с P90 играешь не так часто, подумай о КР-спорте, о М-ке какой-то, может, статрек какой-то купишь. Смотри, мы сейчас пойдем к АКР-у, а потом посмотрим. Давай, да, в конце посмотрим, пока что давай лучше АКР. Берем пока что АКР, и ты сейчас будешь, наверное, просто удивлен и скажешь, ты что, дурак? Но я беру Ворм. Да ты адекватный, чувак! Посмотри, какой красивый. Я не знаю, почему его поставили на Анкомонку. Ну, да, он красивый, но чувак, ну по факту, все, когда видят Ворм, думают, фу, говно, а нам же надо, чтобы, ну так сказать, солидный мужчина быть, чувак. Самое главное, не, я покупаю Ворм, самое главное... Не, чувак! Не, скин красивый, скин красивый. Ну все же будут на тебя смотреть, на бомжа, надо было брать какой-то карбон. Нет, понимаешь, надо, вот посмотри, ну прикольно, но посмотри на Ворм, ну посмотри, здесь красивый. Вот, ребят, а что бы вы взяли? Вот какой бы вы АКР взяли, напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, потому что я однозначно брал бы или карбон, или спорт, ну или нано, ну никак не Ворм. Ну, хотя он красивый. АКР 12. Так, одновременно скажем, одновременно. Готов? На счет три. Раз, два, три. Карбон! Сприн. Блин! Да чувак! Чувак! Я тебе говорю, это пушка. Это пушка. Посмотри. Чувак, видео надо было, знаешь, как называть? Не знаю. Что тебе так купить на одну голду? Ну хотя, в принципе. Чувак, ну посмотри. Это, блин, просто идеален. Ничего лишнего. Я тебе просто скажу так. Сприн. Он охрененный. Ну, да, ну посмотри, как наляписто. Ну это наляписто, как будто... Ладно, хорошо, давай возьмем сейчас. Мы же мужики. Карбон. Да. Он может быть немножко лучше, немножко, но он не... Красава. Но по сравнению со... А М4 я специально оставлял на этот скин, чтобы купить себе Найтвулфа. Ой, чувак, богатая жизнь, вот она. Вот я-то думаю, на что ты экономишь голду? Оказывается, это М4. Посмотри, просто на эту сотку. Да. И еще у меня здесь выбор. Конечно, хотелось бы Предатора, ну потому что Предатор... Блин, братан, не-не, выйди, потому что не могу, я хочу его купить, я хочу сразу потратить всю голду, выходи. Предатор, конечно, хотелось бы, но голды у нас не так уж и много, поэтому у нас между Лизардом, он тоже очень классный. Да, крутой. И по сути, и то легендарка. Под стиль. Берем Найтвулф. Понял, чувак, если тебя будут обзывать бомжом, ты просто достаешь этот Блэк Вулф и говоришь, пацаны, а я-то не бомж, у меня легендарка есть в инвентаре, выкусите? Да. Так, теперь М16. Давай одновременно. Раз. К сожалению, у нас бюджета небольшой. Борода, давай одновременно. Раз, два, три. Фейсит. Красава, мой сыночек лучше. Я тоже взял. Да, тут по факту просто, блин, обалденный скин. Тут надо подумать. Да. Ну мне кажется, как бы. Не забывай, по 90 еще надо купить, не забывай. Блин, ну да, по 90 еще тоже. А давай купим по 90 вначале, а потом уже посмотрим, на что хватит. Давай с тобой возьмем по 90 с тобой возьмем, да, потому что P90 это вот, я не знаю почему, но мне хочется гуля. Вот я беру. Давай. Я, конечно, не до конца согласен, но давай. Посмотри на эти глаза, Да. Красивый скин, он красивый, но, чувак, это P90. Да, скин обалденный. Я тебе скажу даже больше, P90 красивее, чем самурай. Красивее. Да ну! Нет, чувак, сейчас в комментариях многие не поддержат тебя. Ну, по стилю подходит. Давай. Мы берем под стиль, берем с тобой авапочку, это скрича. Ой, блин, какой ник неадекватный. Так, слушай. И дальше, это же, конечно же, дробовичок. О, так, вот это интересненько. У нас бюджет 16 голды. Блин, чувак, я думаю, ты хотел бы некромансера. Ну, согласись, из всех он выделяется. Ну, не хватает! Это просто легенда. Трындец. Чувак, надо было место по 90, наверное, брать. Хотя Артик тоже неплохой, посмотри. Ну, вот не смотри. А вот я не знаю, может быть, Вейв? Посмотри, какой. Да ну, чувак! Посмотри. Ну, какой наляпись? У нас же строгий стиль. У нас же строгий стиль скинов. Артик. Ну посмотри, строгий, ну, ничего лишнего. Знаю, слушай,
Даже не знаю. А, может быть, фейсит под этот, под... давай, 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 чек, тебе не... Нет, давай фейсит, давай, 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 давай. Под М16, чтобы подходило, да? Да, 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 так. Давай сразу выберем фаворитов. Это М40 Quake. Ну вот, ну разве ты не согласен, чек? Ну посмотри. Да, это сразу без вариантов. Он прям подходит нам под стилю, тоже такой желтенький, полосочки, очень красивый, строгий, обалденный. Согласен. Тут чувак, подожди, по поводу Фомарса, ну разве есть сомнения? Ну, братан, ну вот скажи, разве сомнения? Конечно же, Бигл, ну посмотри, да. Фаворит, да, я фаворит. Согласен. Я с тобой согласен, и мы покупаем. Давай, давай, Бигл. Так, и у нас остается ровно 6 голды. Так, надо уже поджать ремешки наши с тобой, и будем смотреть. Т9. И вот сейчас мне кажется, что остается последнее оружие, это вот данный скинчанский. А как же Тек-9? Хотя Тек-9 можно купить. Хватит, хватит, покупай, покупай. Тек-9 хватит, Аврору купим. Вот эту вот пушечку. Давай, давай, давай. У нас остается одна голда, да? И мы берем с собой, конечно же, Аврору. Ну, конечно же, конечно же. Берем и... Так, ну что же, ребятки, у нас остается ровно одна голда. И, братан, давай, скажи, что это ралли. Да, да, красава, да, да, да. Это ралли, это ралли, и мы его к себе в карман забирали. Да, 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 теперь показывай инвентарь. Ой, как красиво. Вот так вот выглядит на данный момент инвентарь. Ой, Ля, ну посмотри, ну это, ребята, даже себя отключу. Ну это уже инвентарь не бомжа, это инвентарь солидного мужчины. Ну, елки-палки. Не мужчина, а просто... Посмотри, ну реально, согласись, вот такими инвентарем не стыдно похвастаться перед друзьями. Вот он не скажет, ты бомж, а ты такой, да мы есть легендарка, да мы есть Dragon Glaze какой-нибудь, правда, вместо трек, но у тебя обычный. Да, ребят, обалденный крутой инвентарь. Если нравится подобная рубрика, обязательно ставим лайки, подписываемся и пишем хорошие комментарии. Набираем 10 лайков и свое продолжение. С вами был ваш Кентуха и... Тик-так. Всем удачи и всем пока. Пока, ребятки.